Яички. Яички скорпионов? Я никого не друг... Это так называемый скорпион. Знаешь какой? Древесный скорпион. Я не ожидала. Не ждала? Бывает. Так, идем к шахте. Шахта. И собирать будем там чего? Слезы апачи. Слезы апачи. Обсидиан. И слезы. Да. Оплавленный. Да. Называется так, потому что апачи были очень гордыми. Не сдавались. Не сдавались, если их окружали американские войска, они прыгали со скалы на лошадях и умирали. Предпочитали умирать. Зачем? Ну, такие были люди, индейцы, сильные. Если кто-то, кто-то нападал? Да. Папа, похоже, как она. А что похоже? Акита? Ага. Но вообще-то музыки. Похоже, да, вы почти подошли к скалам. Похоже, как это Давакис. Такие у нас скалки, такие у нас народ такой ходит. И последним подходим туда. Кто-то нападал. И вот. Она охотница. Да. Тоже так? Ну, насчет на рыцаря не знаю, про индейцев это точно так. И... Может, и делали, я не знаю. Но слезы апачи, да? Слезы апачи — это вулканическое стекло. Обсидиан черного цвета. Так, ну что, наконец-то мы дошли до этого места. Оно, правда, огорожено, но это никого не останавливает. Дырки в заборе говорят о том, что ха-ха-ха. Здесь осторожно ждем всех и спускаемся. Я могу там. Пока подождем. Сейчас, секундочку, всех подождем тогда. А мы... Так. Пещеры. Интересно, эти пещеры когда-то могут, наверное, свалиться. Думаю, что да. Когда-то могут. Люди здесь добывают эти слезы апачи. Я просто сейчас пока не вижу ни одного. Молотки у нас имеются с собой. А вон наши шахтеры. Катя нашла огромную слезу апачи в процессе выковыривания. Отлично. Арвин там тоже нашел какую-то залежи. Так, давай посмотрим, что у тебя. О, прекрасно. Давай. Так. Так. Надо пошел. Ну, сейчас посмотрим, что мы можем сделать здесь. Да, я возьму сейчас долото и долото немножко, потому что эти маленькие слишком. Миланочка, покажи, сколько ты там набрала. Открой, пожалуйста, мешочек, будь так добра. Очень много. Открывай. Накопала, нашахтерила. Вот мой любимый вот. Да. Вот этот. Обсидиан, отлично. Очень красивая коллекция. И вот этот такой мягкий. Угу. Вот да, гладенький. И тут. Так, показывает Арн, что у него. Сто. Очень много. Можно вытащить? У меня тоже сто. Вытащу, посмотрим, что у него. Сказали, что нужно их в сладкой воде отмачивать. Так, показывайте дальше. Покажи, что у тебя. Сейчас свои самые большие. Это очень большая. О, крупнейшие. Булыжники прям. Нет, это можно? Так.
Апачи. Отличная коллекция. Слезы Апачи. Угу. Слезы Апачи. А их мы потом отмоем. И тебя возвращаемся обратно кушать к ручейку. Отлично. Дима готов? Дима готов.